Профессия парикмахера требует постоянного обновления знаний, ведь мастер, который делает годами одну и ту же форму, со временем становится невостребованным. Авторы этого мастер-класса Денис Черков и Дарья Гужевникова прилетели в Челябинск, чтобы представить тенденции парикмахерской моды будущего сезона. Их задача – донести более качественно и более грамотно для наших мастеров информацию, потому что через парикмахеров наши челябинцы получают хороший внешний вид, значит, у них что-то получается в жизни, значит, у них что-то удается, значит, мы победили. Представительницам женского пола стилисты предлагают выбор. Тенденции остаются и эффектная небрежность, и гладкие волосы, и классические укладки. Я выбрала именно для мастеров, да, чтобы можно было сегодня посмотреть и сразу прийти в салон и попробовать простые коммерческие укладки. Это волны, это косы, это, опять же, объем. Мне кажется, эта тенденция будет всегда продолжаться и всегда в моде. Главная характеристика мужской стрижки – это практичность. Мода на такие прически довольно стабильна, но все же многое зависит от личных предпочтений. Мужские образы именно построены по той стилистике, о которой я уже говорил, именно с налетом 30-40-х годов, где основополагающей стрижкой являются именно фундаментальные классические формы бокса или полубокс, ну и вся индивидуальность, вся текстура, вся изюминка, если можно так сказать, относящаяся к мужской форме, расположена именно в верхней части головы с акцентом на челку. На заключительном показе модели Дениса и Ксении продемонстрировали истинную романтику, утонченный шик, эксклюзивность и индивидуальность. А зрители еще надолго запомнят все методы достижения грациозных и элегантных образов от известных стилистов.